Юбасарский район, село Дайбаны-1. Это нижняя часть села. Здесь несколько улиц. Народная, Чапаева, Земнухова. К домам прокладывают водопровод. Его здесь не было никогда. По Дайбанам давно назревал этот вопрос. И обращались и глава администрации села Дайбаны, и от жителей было письмо. Как раз появилась такая возможность в рамках государственной целевой программы выполнить эти работы. Сделан проект. И согласно проекту мы сейчас и производим эти работы. А вот эти трассы, которые сейчас нам необходимо протянуть, не столь значительные, но протяженность их довольно-таки большая, более 2,5 километров. И повторюсь еще раз, сам ландшафт немножко там сложный, поэтому приходится работать в таком режиме. Кстати, в верхней части Дайбан водопровод проложили еще несколько лет назад. А с нижними улицами были сложности. Уклон, узкие проходы, далеко до водозабора. Сейчас эту проблему решают. Работы завершат к концу октября. Отлично, удобно. Спасибо, что сделали. Вот у нас, чтобы мы делали, протянули, вот, чтобы нам делали колодец, мне надо георазведка только. Нам сказали 40 метров. Вот от трассы выше у нас 40 метров. Вот эти, которые бурят, они не могут нас, как бы не достает, только георазведка. Нам сказали 2000 долларов. У меня нету такую сумму денег, чтобы я вызвала эту георазведку, чтобы не тянули воду. А водоканал, спасибо. В этом году проложили новый водопровод на улице Виноградной и в Новокомиссаровке. Обновили трубы на улицах Энергетиков и Айвазовского в Дубасарах. Сейчас меняют часть главного водопровода на улице Котовского, который обеспечивает треть города.